Сегодня Министерство социальной политики при поддержке Светового банка проводит ряд тренинговых программ и семинаров по подготовке кадрового потенциала и, собственно, внедрению интегрированной модели оказания социальных услуг в громады нашего государства. Сегодня в условиях децентрализации создаются громады, и эти люди, которые начинают только свой путь для построения сферы оказания социальных услуг, нуждаются в том, чтобы видеть лучшие примеры качественного оказания социальных услуг, лучшие примеры того, как можно это делать и нужно это делать. И поэтому я горда тем, что такие семинары проходят в городе Одессе. Сегодня это самый удачный пилотный проект, который реализован в Украине, как раз с точки зрения оказания комплексных социальных услуг и подхода к тому, что наши граждане достойны получать услуги в комфортных условиях, быстро, качественно, а главное, профессионально решать те вопросы, которые необходимо решить для того, чтобы они не оказались в сложных жизненных обстоятельствах.